Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и выкатываем из ангара Шкоду Т27, которая стоит сейчас на продаже на новогоднем аукционе за 9000, но ценник снизится до 8,5 и станет нормальным, адекватным ценником. Почему говорю так? Потому что Шкоду выставляли на продажу за 8,5 просто в игровом магазине. Поэтому почему разработчики выставили за 9, я, честно говоря, не совсем понимаю. Хотя, что самое парадоксальное, что тройка другая машин все-таки игроками была куплена. Они решили, что лучше сейчас переплатить 500, чем дождаться 8,5. Хотя я больше чем уверен, что ценник будет держаться до 8 однозначно. То есть даже при обновлении цены и ценник будет в 8, все равно будет достаточное количество Шкод для того, чтобы их купить. Вкусный ценник на данную машину, я бы сказал, 7000. Это вот такой, знаете, приближенный к реальности, потому что, понятное дело, что до 6000 ценник не спустится, мне так кажется. Но вот за 7 это уже плюс-минус нормально для новогоднего аукциона. Какие могут быть траблы, особенно у тех ребят, которые гоняют уже у себя в ангаре, имея Шкоду 46-ю, и к чему готовятся тем, у кого данной машины нет, и Шкоды тоже, ой, простите, и Проги тоже нет. Скажу следующее. Существенная разница между двумя этими аппаратами заключается в следующем. Системы дозарядки у Шкоды нет, у Проги есть. У Проги перезарядка снарядов в магазине между собой 2,5 секунды, а у этого товарища 1,5. О чем это говорит? Что на данном конкретно барабане отбрасывается барабан, то есть отыгрывать конкретно целый барабан, гораздо приятнее, гораздо веселее, и вы гораздо больше можете нанести ущерба команде соперников, внося смуту, я бы сказал, в их ряды. Что касается того, что хуже, то, что вам необходимо потом пережить время перезарядки магазина, которое составляет более 15 секунд. Казалось бы, 15 секунд не так уж и много, но представьте себе, что вы на проге, имея систему дозарядки, в процессе того, как вы пытаетесь крутиться, можете параллельно хотя бы по одному снаряду отбрасывать. На этом товарище так не получится. И у тех, у кого есть прога, могут быть легкие проблемы, ну, допустим, такие, как была проблемка у меня. В частности, я по привычке, играя на Шкоде, они даже внешне очень похожи, забывал о том, что у меня нет системы дозарядки, и, соответственно, что сейчас мой боекомплект будет пополняться автоматически, сколько бы снарядов я не отбросил. Поэтому, ребятки, будьте готовы к тому, что время перезарядки вам необходимо будет пережить. Ну, а что касается системы дозарядки, отвыкайте, здесь ее, ребят, нет. По углам склонения, в принципе, можно играть. Вот сейчас я, никуда не прячась, отбрасываю свой барабан, забираю товарища, вношу свой вклад в победу, сделал уже 2 фрага, ну и потихоньку отсюда сваливаю. Геймплей чем-то похож на ТВП-шку 10 уровня, вот тем, что система должна быть очень простая. Ты должен приехать, отбросить свой магазин и на время перезарядки магазина сваливать куда-нибудь, причем как можно дальше от того места, где ты находился, и невзначай заехать к товарищам-соперникам уже совсем с другого фланга. Вот тогда тебе в бою прям совсем цены не будет, и тогда ты действительно будешь, ну, вносить очень хороший вклад в победу, потому что соперники, они просто не будут ожидать твоего появления в той или иной точке карты. Но то, что я говорил, отбрасывать, ребят, по 1,5 секунды снаряды, точнее, через каждые 1,5 секунды снаряды, это действительно кайфово. Но вот стандарт Б сейчас дозарядится и заберет товарища то, что я вам говорил, что вам все-таки придется перезаряжать полный магазин. Вот такой бой у нас получился на Шкоде Т27. Машинка фановая, машинка интересная, прикольная. Абсолютно не стоит ее путать с прогой 46-й. Это все-таки по большей части разные транспортные средства. 1500 урона, 2 уничтоженных соперника, свой вклад в победу я сделал. Что касается фарма, то фарм у меня получился 89 тысяч, но это, ребят, с учетом того, что у меня активированы бустеры были эпические, поэтому реальный фарм немножко пониже. В пределах видео ссылочки всплывали вот здесь вот наверху, обязательно переходите, посмотрите обзорчики дополнительные, я думаю, вам будет полезно для того, чтобы принять взвешенное решение. В команде занял среднячок, но Шкода порой отыгрывается вполне себе даже таки прикольно, и 2000
урона для нее не является пределом, ну, а я бы сказал, является стандартом. Ну, опять-таки, от боя к бою раз на раз не приходится. Показываю машины такими, какие они есть. Если вы за честность обзоров, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео, которые в ближайшее время будут выходить в большом количестве. На данный момент, ребят, у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!